чудесным исполнителем, которого мы сегодня позвали к нам в гости. Встречайте, Слава Марлоу. Ты горишь, как агония у меня. Что мне дали эти лошади? Здравствуйте, дорогой вы мой, Слава. Здравствуйте. Как же я рад вас видеть. Нет. Полностью взаимно. Мы всегда вспоминаем ваш приход с вашим другом к Моргенштерном. А сейчас вы уже стали абсолютно... Вы сами носите дьявольские крылья. Да я муха. А муха тоже вертолет. У вас изменилась ситуация с высшим образованием. О, да, меня отчислили. То есть я знаю женщину, которая заложила свою квартиру, чтобы доснять кино. Ну, как бы... Чтобы доснять передачу «Давай поженимся». Я тоже... О, да. Или у вас просыпается тот, кто оставил вам эти крылья? Нет, ну как там, домашнее насилие, харассмент, все чисто вот так. Пиздец. Смотрите, какая-то девушка подняла плакат. О! Абрыган. Я тысячу раз повторял. Ты чертила, боссмен, закрой свой рот. Может, у тебя мать сдохла? Если ты такой даун с 5 IQ, говоришь то, что мать сдохла. Я с отвращением смотрю эти клипы, по-моему. Что-то хуйня, блядь. Вас... Сауна как будто из 90-х годов такая. Ну... Крутая. Девочки были из 90-х или из 2000-х? Из 2000-х. Из 2000-х, да, же были девочки. Так, уже. И вы туда поехали. Ну да. Так, и ну давайте, что... Я пытался съесть блины. Я заказывал одни и те же блины. Там туда позвали девушек. Эскортниц. Очень много. Пиздец. И кто-то из них постоянно их съедал. И так типа было раза 4. Голодные эскортницы Краснодара вырывали блин изо рта Славы Марлоу.